чтобы у дизайнера получилась его карьера, вся фишка, чтобы тебе повезло с заказчиком. В регионах заказчики тоже насмотренные уже, везде ездят, имеют еще недвижимость за границей, да, они как бы уже такие опытные и не первые там дома уже себе строят. Вот, поэтому если у дизайнера есть вот такой вот мощный клиент, он может сделать крутой интерьер и опубликовать его в московском, в глянце первой категории.